Поступили новые распоряжения, Дженсен. Босс хочет, чтобы Причард как можно скорее осмотрел тайфун. Принято. Спасибо, что подбросила. Без проблем. Да, и еще, Дженсен, просто хотела сказать. Новая внешность тебе здорово идет. Как будто с тобой ничего и не случилось. Спасибо. И какие ощущения от этих имплантов? Извини. Ты только пойми меня правильно. В смысле, у меня у самой есть пара нейропротезов. Небольших, чтобы лучше летать. Но я сама решила, что они мне нужны. Ты нет. Ну а теперь, когда ты испытал их в деле, что ты думаешь? Верно. Я не выбирал, устанавливать импланты или нет. И я до сих пор не знаю, каким было бы мое решение, если бы выбор у меня был. Но сейчас я себя чувствую здорово. На удивление здорово. Доктор Рид говорила, что тебе понравится. Вроде как такова твоя генетика. Береги себя, ладно? А то многие думают, что со временем тело может все-таки отторгнуть все это железо. Не думал, что с тобой можно вести подобные разговоры, Малик. Вообще-то нельзя. Я же сказала, что у меня есть нейропротезы. Я просто говорю, что у каждого выбора свои неизбежные последствия. Да. Скажи это тому мерзавцу, который сделал меня таким. Ясное дело. И знаешь что? Ты здесь не единственный, кто хочет его разыскать. Так что если я могу помочь, хоть как-то, просто скажи об этом. На самом деле есть кое-что. Я хотел бы узнать о первой атаке. Хорошо, спрашивай. Я все думаю, зачем они напали. Что им было нужно? Разве не ясно? Они не хотели, чтобы мы оказались в Вашингтоне. Нет, они только отсрочили это. Слушание можно перенести. Открытие Меган может представить кто-то другой. А по-моему, нет, Дженсен. Они уничтожили всю ее команду. Деклан Файерти, Василий Шевченко, Ния Колвин, даже Эрик Кос. Лаборатория, где нашли их тела... Выгорели дотла, точно. Единственное, что уберегло от огня тебя, рухнувшая несущая стена. Можешь не верить, но это спасло тебе жизнь. Значит, атака должна была уничтожить разработки Меган. Очень на это похоже. Мистер Шариф хочет все восстановить, но на это уйдут месяцы. Если за это время компания не обанкротится. Я найду их, Малик. Так или иначе. Я верю в тебя. И на всякий случай знай, что бы ты ни делал, я готова помочь. Я ценю это, Малик, но сейчас... Ты должен доставить тайфун в техническую лабораторию. Да, увидимся позже. И еще, Дженсен, когда все будет улажено, босс хочет видеть тебя в кабинете, чтобы выслушать отчет. Так точно. Доброй ночи, Малик. По-моему, ужасно, что люди так быстро обратились против Дэвида. Можно подумать, он виноват, что эти психи продолжают нападать на нас. Похоже, многие считают, что мы что-то скрываем. Только потому, что Элиза Касан продолжает болтать об этом. Нет, серьезно. А раньше весь Детройт слушал, что говорит Дэвид. Что случилось? Случилось то, что Дэвид слишком увлекся обещаниями, которые не смог сдержать. 20 лет назад Детройт умирал, помнишь? Шариф пообещал вернуть его к жизни. Разве это под силу одной компании и одному человеку? Я думаю, они просто неблагодарные свиньи. По-моему, сразу было ясно, что он не из борцов за чистоту. Думаю, кто-то внедрил его в шайку Сандерса, чтобы управлять этими бандитами. Да, но кто? Кто знает, что мы работаем над тайфуном? Те же, кто напал на нас в прошлый раз, Рой. Ну же, смотри. Когда они вломились, мы как раз проводили испытания. Ладно, допустим так. И что, думаешь, за этим стоит иностранное правительство? В наши дни наемники работают не только на государство. Изолей, Кусанаги, Тайюн Медикал. Кто угодно из наших конкурентов мог стоять за этим. Ну и ну.
Неужели это сам Аттила примчался с поля сражения? Если это касается тайфуна, я буду через минуту. Так, Причард, я не для того рисковал головой, чтобы потерять ее в дебрях процессоров и переходников. Ничего себе, ты выучил такие слова? Не думай, что раз тебе так легко удалось взломать систему безопасности фабрики, теперь ты специалист по всем этим компьютерам. Сейчас я не могу заняться тайфуном. Да ну. К твоему сведению, сейчас я провожу общую диагностику безопасности нашей сети, чтобы узнать, как хакеру Сандерса удалось добраться до кодов. Думаю, первый вопрос, который надо задать, чьи это были коды? Впрочем, может быть, ты уже знаешь. Дженсен, пойди выбей пару дверей, убей кого-нибудь, только позволь мне заняться своим делом. Честное слово, так мы гораздо лучше справимся. Думайте, о чем они говорят? Дэвид и Хью Дэрол? Черт их знает. О чем могут говорить Билл Гейтс и Стив Джобс? Думаю, один пытается убедить другого прекратить игру в прятки и сделать заявление. Хью, послушай меня. Возможно, это не он вложил оружие в руки Сандерсу, но все началось именно с выступления Таггарта вон. Уильям Таггарт всего лишь ушлый политикан. Сами знаете, Дэвид. И ради сохранения лица я должен слушать его бредни, глядя ему в глаза? С улыбкой. Обязательно с улыбкой. Мы позже поговорим. Вы хотели видеть меня? Да, как самочувствие? Бывало и лучше. Хорошо, когда закончим здесь, загляни в клинику протез к доктору Маркович. Провериться не помешает. Если вы настаиваете. Послушайте, насчет Сандерса. Да, насчет Сандерса. О чем ты думал, когда позволил ему так легко ускользнуть? Я отправил тебя туда, чтобы ты обо всем позаботился. Вы просили меня разобраться в ситуации. Я это сделал. Ясно. Еще я понимаю, почему в полиции именно на тебя решили повесить ответственность за бунт в Мексикантауне. Боже, Адам, я думал, ты был к этому готов. Я был. Сегодняшнее нападение. Чья-то попытка заморочить нам голову. Я намерен узнать, чья и зачем, чтобы это больше не повторялось. Отлично. Я тоже. Ты уверен, что у него были... приращение. Я выдернул из него провода. А полиция говорит, что нет. Они не позволили мне взглянуть на труп, даже после того, как я пригрозил урезать их пенсионный фонд.
Может, кто-то другой платит им больше. Так что я должен делать, босс? Нам нужно посмотреть на тело. У тебя есть старые друзья в полиции. Как ты думаешь, кто-нибудь из них может пропустить тебя в морг? Смотря кто попадется. Отправляйся в участок и попробуй попасть внутрь. Если у хакера были модификации, его нейронный узел поможет нам понять, кем он был. Свяжись со мной, как только доберешься до него. Хорошо. Адам Дженсен, вас ждут в вашем офисе. Нет, Адам Дженсен, пожалуй, лучшие события для компании в этом году. Что я делаю? Безумие. Он не был бы самой мелкой из наших проблем. Привет, Дженсен. Рад тебя видеть. Здорово, что ты вернулся. Как ты? Справляюсь. Жаль, что с Меган так вышло. Я понимаю, тебе нелегко. Мы сначала подумали, что и тебе крышка. Кругом беда, на штаб вот нападение. А потом этот кошмар с фабрикой. Да, нелегкие времена. Ты-то как, Орелла? Я не знаю. Я тут облажался. Капитально. Что случилось? Пару месяцев назад мы с Тиндалом, знаешь, один из техников Причарда, начали понемногу таскать нейропозин из лаборатории. Боже, Тим. Тебя же уволить могут, сам-то понимаешь. Даже арестовать, если компания решит дать делу ход. О чем вы только думали? Я знаю. Тут все непросто. Я сначала был против, но потом нашлись веские... А меня это каким местом касается? Адам, черт! Ты вот так будешь меня трясти? Какой цинизм, я же в беде! Может, мне удастся добыть для тебя модификацию к оружию? Черт! Вот уж не думал, что придется покупать твою помощь. Что конкретно ты от меня хочешь? Нужно вернуть записи системы безопасности, которыми Тиндал меня шантажирует. Они должны быть где-то в его квартире. Может, в компьютере? И дальше что? Мне его в телефонной книге поискать? У него квартира на Бруклин-Корт. Забраться туда будет непросто. Там здоровые охраняемые ворота перед домом. О, замечательно. Ворота, конечно, можно взломать, но это потребует неслабых навыков. Поищи лучше какой-нибудь другой путь. Пожарную лестницу, например. Ладно, рассказывай. Серьезно? Ого! Спасибо, Адам! Я думал, мне конец. Запись, скорее всего, хранится на компьютере у него дома. Как найдешь ее, встретимся перед входом на парковку у подземки. Дальше сам разберусь.
спасение тайфуна. Эй, Дженсен, рад тебя видеть. В этом году. Черт, разговариваю, словно я его девушка. Привет, Дженсен, рад тебя видеть. Здорово, что ты вернулся. Как ты? Справляюсь. Да. Просто это будет плохие воспоминания. Мне нравится эта работа, но тяжело знать, что будет. В разделе «Задач» описываются ваши текущие задания и цели. Здесь можно найти дополнительную информацию, которая поможет вам понять, что нужно делать дальше. Задание можно активировать или деактивировать, в зависимости от того, нужны они вам на радаре или нет. Неактивные задания все еще можно выполнить. Миссис Рид? О, Адам! Прости, ты меня напугал. Пожалуйста, зови меня Кассандра. Вы с Меган столько времени были вместе. Я как раз тебя ждала. Здесь, снаружи? Зашли бы внутрь? Не знаю. Я, наверное, еще не готова. Ты здесь работаешь, но для меня это место, которое отняло мою дочь. Я понимаю, о чем вы. Для меня тут тоже все изменилось. Думаю, это и не должно быть просто. Нет правильного пути для того, чтобы пройти через такое. Я даже не представляю, каково сейчас тебе после всего этого. Да. Много что поменялось за полгода. Не могу поверить, насколько они тебя изменили. Сначала я даже не думала, что ты выживешь. Как ты с этим справляешься? Они сделали все, что могли, чтобы спасти меня. Теперь я в определенном смысле могу больше, чем когда-либо. Рада видеть, что ты хорошо воспринял это все. Многим из нас пришлось бы нелегко. Позвольте спросить, зачем вы хотели меня видеть? Да. Да, конечно, прости. Я здесь из-за Меган, из-за того, что с ней случилось. Вернее, из-за расследования случившегося. А в чем дело? Если совсем просто, мне кажется, что-то не так с тем, как это дело велось. Вы думаете, что здесь что-то нечисто? Именно. Считай это материнской интуицией. Но в разговоре со следователями я заметила кучу несоответствий. А потом я встретила детектива по имени Чейз. Он подтвердил, что кое-что не было сделано должным образом, хотя доказательств у него не было. И вы хотите, чтобы я попробовал разузнать это? Я никогда больше не услышу, как моя дочь смеется, Адам. Она больше не позвонит. Не спросит, как у меня дела, и я не спрошу ее, как прошел ее день. Ее у меня украли. Возможно, все это не очень правильно, но я все равно хочу узнать, почему это случилось. Я понимаю, почему она тебя любила. Все эти механические модификации не смогли изменить то, что она в тебе видела. Прошу. Помоги мне выяснить, что на самом деле с ней случилось. Я сам еще не занимался тем нападением. Попробую разобраться. Спасибо. Адам, для меня нет ничего важнее. Сначала мне нужно встретиться с этим детективом Чейзом. Отлично.
Он подрабатывает охранником в доме на Бруклин-Корт. Я буду ждать твоего возвращения в холле твоей квартиры. Почему детектив подрабатывает где-то охранником? О, он ушел в отставку вскоре после тех событий. Подробностей не знаю. Может, он сам тебе все расскажет. Я займусь этим. Представляешь вообще? Мы уже все там оцепили, и тут приказ не забыл. Индустрия биомодификации убьет этот город. Запомните мои слова. Да, я могу. Вот, блин, Лиза такая красивая. Совсем спятил? Не я же Аким, куда красивее. Лизе зато не занимать ума. Адам. Ты достал этот нейронный узел? Вы хотите, чтобы я совершил кражу, босс, из полицейского участка? Это займет время. Так. Что ж, если язык тебя дальше приемный не заведет, надо поискать другой вход. Сзади или с крыши. Лобовую атаку оставим на крайний случай. Гражданским вход воспрещен, сэр. Не ходите туда. Основатель фронта человечества, организации, выступающей против имплантов. Таггарт выступил на площадке. Дженсен, у меня для тебя сообщение. От одной из твоих бывших коллег, детектив Александр. От Дженни? Что ей нужно? Сказала, что ей не помешала бы помощь, если ты сумеешь выбраться на Гранд Ривер Роуд. Также хочу тебе напомнить, что мы все рады, что ты снова с нами, но я не твоя личная служба свиданий. Не лезь, гад! Проваливай! Я повторять не буду. Проваливай!
Что за бардак? Нет, движения нет. Большинство улиц перекрыты. Здесь начинается режимная зона, сэр. Послушай, я ничего не могу обещать. Пожалуйста, уберите оружие. Знаменитый писатель и основатель Фронта Человечества. Организации, выступающей против имплантов. Да-да, погоди секунду. О, черт. Дженсен? Хас. Не ожидал встретить тебя здесь. Да, походу, ты хорошо устроился, не то что я. У меня нет времени на твое нытье, мне надо в морг. Да ну, забудь. Не знаю, что там за трупешник, но у меня приказ с самой верхушки – никого не пускать. 2 года от тебя ни слуху, ни духу, а теперь нарисовался и сразу что-то клянчишь? А что надо было приказывать? С приказами ты всегда отлично справлялся. Боже мой, а ты что, святее самого папы? Думаешь, мне это нравится? Разуй глаза. Быть командиром спецназа, потом стать ничтожеством, дежурным на каком-то паршивом участке. Оставь приказы при себе, мне их и так хватает. Либо учись вести себя прилично, либо проваливай, потому что я тебе нужен, а не ты мне. Ладно, слушай, ты злишься, я тебя прекрасно понимаю. Конечно, я тебя подставляю, но мне нужно попасть в этот чертов морг. Я постараюсь оградить тебя от последствий. Вечно меня кто-то подставляет. Все равно ничего не выйдет. Тут сейчас такой напряг. Поверь на слово, если я открою дверь, все, мне конец. У меня только жизнь стала налаживаться, это работа, все, что у меня есть. Не заставляй меня делать это. Да, ты рискуешь работой. Да, за то, что случилось тогда, пострадал ты. Но пойми, мне нужна помощь. Это очень важно. Даю слово, что бы ни случилось, я не брошу тебя. Да ты пальцем ради меня не пошевелил. С чего это все стало по-другому? Ты хочешь поговорить о прошлом? Хорошо. Ты видел его импланты и прекрасно знаешь, как он был опасен. Позволь моему приблизиться, от нас бы мокрое место осталось. Вот я его и пришил. Вот и все. Мы все ошибаемся, Уэйн. Никто не обвиняет тебя. Просто поверь в это и прости себя, иначе тот случай никогда не останется в прошлом. Точно. Просто это так тяжело. В том, что случилось, нет моей вины. Ты был главным, но когда приказали стрелять, отказался. Тогда приказали мне. Мы оба должны были подчиняться приказам, Дженсен. Я не мог сказать «нет». Мне не хватило сил. Адам, прошу, умоляю, скажи, что это не моя вина.
Уэйн, это была сложная ситуация. Ты все сделал правильно. Адам, я... Спасибо. Дверь открыта. Я скажу парням, чтобы они тебя пропустили. А теперь мне хочется побыть одному. Событие, достойное глубочайшего сожаления. Мне бы очень хотелось лично встретиться с Дэвидом Шарифом, чтобы выразить свое сочувствие, что эти нападения не имеют никакого отношения. Значит, говорите, ваш сосед. У меня есть пара свидетелей. Давно пора. Вы тот самый охранник, которого я должен был дождаться? Передайте Мендерли, что записку я получил, когда уже начал вскрытие. К тому времени было поздно его зашивать. Ладно. Так вы извлекли нейронный узел? Это было непросто. Чуть ниже, и пуля уничтожила бы не только ПДО-соединение. Так что не обещаю, что вам удастся что-то узнать, кроме того, что он был модифицирован. Модифицирован? Каким образом? Что-то вроде жидкостного привода. Но учтите, я не смотрел. Ультрафиолет есть ультрафиолет. Я знаю, как вы, ребята, нервничаете, когда речь заходит о соображениях национальной безопасности. Он весь ваш. Как было сказано, я отделил узел, но оставил его внутри черепа. Теперь, если вы позволите мне, пора заняться бумагами. Не трогайте меня! А? Не с места! Не убивай меня! Пара свидетелей, которые утверждают... От Канакта? Блин, да ты шутишь, наверное. Нам наконец-то выдадут СС? Именно так, приятель. Импульсная система энергетики. Да?
Босс, нейронный узел у меня. Похоже, он модифицирован. Что-то вроде жидкостного привода. Пусть Притчард посмотрит на него. Нет. Не неси его сюда. Фрэнк все еще занимается диагностикой. Пока он не закончил, я не хочу рисковать, подключая что-то к нашей сети. Особенно если замешаны военные. Так что же мне делать? Отнеси узел к себе домой. Я скажу Фрэнку, чтобы он связался с тобой. Интересно, будет ли там присутствовать миллионер Хью Дэрроу? Эй, как ты? Получил разрешение на акцию протеста. Послушай, я ничего не могу обещать. Ее прекратить и перекрыла Бродвей. Дженсен, давно не виделись. Вас приветствую на пути. Что каждый день кто-то заработает. Я так скажу, весь этот бунт из-за Дэвида Шарифа. Как ты можешь так говорить? Ты где, Дженсен? У меня мало времени. Привет, Притчард. Я уже почти дома. Хорошо. Когда придешь, подключи нейронный узел к своему компьютеру. Я создал защищенный канал, чтобы работать удаленно. Ты можешь залезть в мой личный компьютер? А кто, думаешь, настраивал тебе протоколы безопасности? С возвращением, мистер Дженсен. Притчард, узел подключен. Знаю. Теперь тихо, не мешай мне работать. Притчард, мне нужно только имя, а не вся его родословная. Это не его ДНК. Это данные, которые он пытался украсть, пока его... Боже, Дженсен, этот хакер-камикадзе не убивал себя. Конечно. Ты не видел лужу из его мозгов на полу? Нет, нет, ты не понимаешь. Жидкостный привод, встроенный в чип, он позволяет действовать через тебя. Буквально превращает человека в прокси-сервер. Значит, он работал не один. Взломом занимался кто-то, кого там не было. Именно.
этот кто-то пытался скрыться от нас, используя множество спутников. Но кажется, мне удалось отследить его. Заброшенный фабричный комплекс в Хайленд-парке. Давай адрес, Причард. Если нам повезет, тот, кто дергал за ниточки террористов, все еще там. Адам, это Дэвид. Позвольте угадать, вы отправляете меня в Хайленд-парк? Не сейчас. Фрэнк нашел причину неполадок в сети. Из трущоб идет непрерывная передача сигнала. С территории уличных банд? Что ж, наш мертвый приятель выдавал себя за противника имплантов. Такому самое место среди пацанов из трущоб. Ясно. Уже лечу. Я настаиваю, чтобы ты навестил доктора Маркович. Пионер Хью Дэрроу, чьи изобретения и послужили... Восстановление системы безопасности. До новых встреч, мистер Дженсон.